В Щелкове открылся тир. Событие нерядовое и долгожданное для любителей спортивной стрельбы. Настоящего общедоступного тира в городе не было очень давно, теперь есть. Тир открылся в универсальном спорткомплексе Подмосковья при центре тестирования ГТО. Основная задача – принимать нормативы и помогать готовиться к сдаче детям и взрослым. Стрельба входит в нормативы, начиная с третьей ступени, с 11 лет. Кто сдавал в последние годы, уже после возрождения комплекса, помнят, стреляли только из электронной винтовки в электронную же мишень. Из пневматики было просто негде. Дети, которые захотят выполнять, дети и взрослые, которые захотят выполнять норматив ГТО стрельбы из пневматического оружия, будут к нам приходить, и мы бесплатно им будем давать эту такую услугу, как 3 выстрела пробных и 5 уже на зачетных. Тир ВСК Подмосковья соответствует профессиональным стандартам и технике безопасности. Оружие хранится в закрытом сейфе, провода бронированные, осветительные приборы также защищены от случайного попадания пули. К стрельбе допускаются дети старше 16 лет, младше только в сопровождении взрослых. В помещение для стрельбы заходят по 3 человека, работают только по команде инструктора. А инструктор в тире сам по себе человек очень интересный. Важа Даушвили – мастер спорта международного класса. В 70-х служил в группе советских войск в Германии. Там и увлекся стрельбой, и быстро достиг профессионального уровня. Я стрелял из пистолета, В течение 20 лет я занимался большим спортом. Был и в сборной Советского Союза, а в ЦСКА всегда был в сборной. ЦСКА стрелял. Один раз был чемпионом Союза. Международные соревнования выигрывал. Дважды выступал за сборную Грузию и за сборную Белоруссию. Потом 25 лет Важа Ангеевич служил в армии, в том числе в Чкаловской авиационной дивизии. А выйдя на пенсию, вернулся к стрелковому делу, только теперь в качестве наставника молодых в центре тестирования ГТО. Говорит, в стрельбе главное – правильно держать оружие в руках. 50% успехов, если правильно ты оружие держишь в руках. Не надо искать, надо ружье поставить так, чтобы вам было удобно, не ружье. Надо вам место найти, в первую очередь, фундамент. В тире 2 вида винтовок. Для взрослых тяжелые Хатсан-125. Оружие с дульной энергией до 7,5 джоулей, предназначено для спортивной стрельбы и обучения. Для детей приобрели легкие винтовки ИШ. Оборудованы 3 вида мишенных установок. Первая – стандарт для выполнения норматива ГТО для стрельбы из пневматического оружия на 10 метров. Бумажная мишень по нажатию кнопки приезжает, показывает результат и уезжает. Второй вид – перестрелка. В ней могут принимать участие 3 человека. Стреляют стоя, надо закрыть 5 мишеней, как в биатлоне. Попал – загораются зеленые лампочки, мимо – красные. Кто первым закончил, тот и победил, а остальные мишени блокируются. Но самая интересная мишенная установка – бегущий кабан. Она для любителей более серьезной стрелковой работы. Важа говорит, что изготовить ее помогли друзья-умельцы. Упражнение выполняется стоя из винтовки с оптическим прицелом. Кабан движется, надо его поразить. Быть в тире и не пострелять – это, наверное, неправильно. Мне разрешили стрелять сидя, тем более, что для выполнения нормативов ГТО именно так и положено. Вот результат вашего корреспондента. Норматив пока не сдала, но специалисты сказали, для начала неплохо. Просто надо потренироваться. Тем более, что тир на улице Краснознаменской предлагает свои услуги всем желающим. Можно приобрести пули и стрелять из местного оружия. А можно арендовать дорожку и прийти со своей пневматической винтовкой или пистолетом. Так, пожалуй, и начнет в Щелкове развиваться новое направление – стрелковый спорт. Ирина Микеда, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.